Молодое поколение легкоатлетов ЦСКА продолжает славные спортивные традиции армейского клуба. Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы в помещениях, чемпионка Казанской универсиады, недавно подтвердила свой класс, победив на этапе мирового вызова в Токио. Подготовкой будущих чемпионов занимается специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва ЦСКА по легкой атлетике. Эта школа была создана более полувека назад. В разное время ее руководителями были двукратный олимпийский чемпион Владимир Куц и чемпион Советского Союза Григорий Климов, подготовившие спортсменов самого высокого международного класса. И сегодня школа ЦСКА по традиции берет не количеством, а качеством. Поэтому нет никаких сомнений в том, что среди этих ребят немало будущих рекордсменов и чемпионов.